Накануне праздника высокой госнаграды Беларуси Ордена Почета удостоен ветеран легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман» Андре Перони. По поручению главы государства его в торжественной обстановке вручил посол нашей страны во Франции Павел Латушко. Андре Перони – последний, кто остался в живых из знаменитого авиаполка. Он участвовал в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Перони поблагодарил за награду и за внимание к французским ветеранам.